Ладно, давай, начни приветствие. Да, как действительно. Отдохнувший человек. Всем... Болезный. Соплюшкой подавился. Очередной привет. Хрюшкой подавился. Что, не расслышал? В эфире stopgame.ru, Saints Row 4, пятничный стрим. Константин Тростенюк, который работал, Максим Кулаков, который отдыхал. И сегодня мы вам покажем все виды анальных зондов. Блядь, засунь в мусорку своего попугая. Забавно. Но нас при этом слышно хорошо. Ладно. Слышно сейчас их бубнёж? Сейчас. Опа, а чё там? Там премьера Splinter Cell. А я почему не пойду? Не знаю, зачем ты там нужен. Хуёв, что ли? Такая прям стелс-миссия во все поля. Я... Ну да, стелс. Я вижу, да. Куда там Splinter Cell? Тут сидит какой-то араб, слушает музыку. Я не буду его убивать. Он мне нравится. Эй, девушка, красавица, ты мне очень нравишься. Да ты знаток восточных сказок. У меня есть три жены, а четвертой будешь ты. Молодец, молодец. Это все, что я помню из этой песни. Так, интерактив, пользователи. Что мне сделать? Излечить рак или накормить всех голодных? Опачки, как сложно. Быстро пишите. А кого голодных? Всех. Либо всех голодных, либо рак кого? Твой? Весь да. Рак твой. Весь рак? А мой рак? Блять, пишите, пишите срочно. Рак. Все за рак. Быстро. Палец вверх, кто за рак. Ставим лайк за рак. Рак, 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 рак. Все, все за рак. Ну раз все за рак, тогда кормим голодных. Ты че, охуел? И сейчас начнется просто великолепная психоделия. Gosh, what a glorious day. Ну прикид вообще. Ой-ё. Ай-яй-яй. Это что-то за гранью моего понимания. Господи. Что, блядь, в этой вселенной? Ну походка это просто победа вообще. Я, кстати, на море также ходил. Да я не сомневаюсь. Не, пока ты не начал жрать блинчики, это напоминало что-то в духе там Макса Пейна, когда у него там воспоминания уезжали. А что, сейчас не напоминает? Бля, сейчас напоминает долбоебизм какой-то непреодолимый. Ну, твоя нигро-президент прям впечатляет. Набирает голоса прям на ходу. Это я так агитирую людей из-за меня голосовать. Они голосуют своим криком предсмертным. Ну ладно. А, бензинчику доливай. Да, да. Необходимо топливо для дальнейшего путешествия. И вот, начинается наконец-то геймплей. Классической Saints Row. Вот так вот можно размажить какой-нибудь женщине голову об асфальт. Потом можно найти другую женщину и ей тоже размажить голову об асфальт. Вот так. Что ты такое сделал? А, ты дробовик нашел? Да. Дробовик — это лучшее оружие всех народов. Президент носится по улицам города, убивает всех подряд, калечит ментов. Давидыч на охоте, выпуск 478. Я не знаю ничего ни о каких Давидычах. Да ладно, ты чё? Да тебе понравится, ты такое любишь. Нет, я такое не люблю. Да ладно, ты ж дрочишь, как часак кого-нибудь говном обмазывает. Не понимаю, о чем ты. Да, да,
и тишина. Сейчас я проложу себе путь. Что такое? У тебя кот там умирает, по-моему. Сейчас, да. Погоди, я починю его. Ну что, испытываем? Давай, давай. Самое время. Какой-то панк стоит. Я ненавижу сраных панков и любых, да, ублюдских неформалов. Вот так стоит. Тебе, тварь! Ну, кажется, да, неплохо. Но я ожидал большего. Большего? Ну, кровище там. Да. Вы, это игра просто моей мечты. Вы на стоп-гейме все на один голос. Хрен поймешь, кто ведет индикатор, а кто игрозор, а кто ретрозор. Блин, только какая-то баба ведет обзор. Так это ж Максим. Баба. Многие, кстати, просят дабстеп-пушку. Я даже не знаю, что она делает. Наверное, играет дабстеп. Он настолько отвратителен, что голову людей подозреваю взрываются. Это хуже, чем анальные зоны. Ты ж хуже. Ты слышал дабстеп? Анальный зон у тебя уже побывал? Ты застал меня врасплох. Я в этот момент как раз... И получилось... Неловкая пауза. В натуре, сука, рыжие, без души. Ну они вообще, я смотрю, так склонны. То есть ты к ним подходишь, они вроде как твои враги, но как только ты показываешь им огромную победилду нанотехнологическую, они прям так покорно поворачивают к тебе задницы и такие, его подавай. Магазину. Такие смешные баги физические. Все, взял дабстеп пушку. Давай, покажи, что она делает. Она делает, что забавно, дабстеп. Просто потрясающе. Да, это непередаваемо. Вот если бы Saints Row 4 делали про Россию, то была бы лезгинка Ган. Да, и была бы Лада Приора, ее бы можно было занижать. Я так по пляжу ходил, когда... И выглядел, наверное, примерно так же. Да, однозначно. Мне там пиво очень понравилось, львовское называется. Вот, оно вообще прекрасное. И вот когда я его перебрал, я вот так по пляжу ходил, как ты сейчас, бродер. И так же блевал налево и направо? Ну, разумеется. Да, судя по тому, что я прошел, это игра 11 инопланетян из 10 биоинкубаторов. Baby Don't Hurt Me играет, потрясающе. Все сиськами трясут, даже мужик, который негр. Но твоя бой-баба, конечно, вне конкуренции. Ну, я создавал ее с любовью. Это видно. А под дабстепчик давай какое-нибудь заключительное слово. Мне лень, потому что... Ты охерел, что ли? Тебе было лень вступительное, я вступительное сказал. И до встречи когда-нибудь потом. Да. Где-нибудь. В европейском. Наверное. Наверное, ну Макс уже застал, не придет.